особо. Здравствуйте, пару слов о сегодняшней рыбалочке. Расскажите, пожалуйста, как время провели? Замечательно провели время, поймали вот рыбу. Я так понимаю, на вип-зоне вы были, да? На вип-зоне, да. Как навеска вам? Клевало супер, да, все супер. Приманки работали разные, но лучше всего вертушки. Вертушки. Крупные. Резину пробовали? Резину, пробовали, на резину, да, тоже. Но все резину просто. Вот мелочь. Вот самое крупное — это вертушки. И мы реально не угораем. Мы там вот товарищ поставил вертушку 5-го размера, понтон. Ага. Просто все сначала смеялись, а потом вот, пожалуйста, результат. Я понял, что еще пробовали? Что, воблера? Ратлины, воблера. Ну, в принципе, на все клевало, да, только... Все, все разного размера, да? Ну да. Все приманки на все клюют. Ну на все нормально. Все, да. Я понял. Рыбы много. Рыбалки довольны остались? Да. Даже пришлось вот раньше времени уезжать. Вот такой вот уловчик. А навеска как вам? Навеска офигенная. Нормальная. Вы сегодня поймали золотую рыбу. Вы знаете об этом? Парочку. Янтарочку. Вот это и вот это, да? Да. Ну, что полагается, вы знаете, да? Сейчас заходим в офис по 50% скидки на следующую путевку на вход на VIP-зону. Все, спасибо, приезжайте.